Здравствуйте, меня зовут Эдита, я из Тбилиси, но 10 лет своей жизни, детство я провела в Чувашской республике, в городе Козловка, где я получила очень хорошее школьное образование, с легкостью смогла поступить в университет, и теперь уже много лет я работаю журналистом. Сейчас я живу в Германии, работаю тут, учусь, и, к сожалению, вот от друзей своих козловчан я узнала, что город Козловка превратился в поселок городского типа, молодежь массово выезжает, нет мест для самореализации, для развития, и мне, конечно, обидно, потому что, находясь в Германии, я вижу, как здесь правительство уделяет очень много времени, сил и денег на развитие регионов, маленьких городов, деревень, чтобы молодежь не выезжала с места, а смогла самореализоваться, находясь у себя в родном крае. Поэтому я считаю, что это все реально и в других странах мира, и в других областях, и в такой республике, как Чувашская республика. Я узнала, что есть проект Foresight Чувашия, и я рада, потому что я надеюсь, что у этого проекта получится реализовать все идеи, которые они вкладывают в него, и одна из самых главных целей – это развитие молодежи, развитие Чувашской республики, не только столицы, что тоже важно, но именно регионов, маленьких городов, таких, в котором я выросла, например, Козловка. И я хотела бы сказать фразу, которую я выучила в школе в 8 классе: «Эбеку славка юрададоб».